сегодня мы с мамой снова дома. И открываем два яйца. Два яйца сюрприза. Вот таких вот яичка с машинкой Велли. Это модель машинки, которая является мини-копией настоящего автомобиля в масштабе 1 к 60. Представляете, что 60 раз больше это будет настоящий автомобиль. Эта машинка сделана из металла, оснащена вращающимися колесами, но у нее не открываются двери. Она предназначена, эта игрушка, для деток от 3 лет. Какие марки машинок могут здесь попасться? Honda, Hyundai, Fiat, Opel. Их просто всех не перечислить. Видас, ух ты, какая машинка попалась. Это Audi. Это Audi. А можно маме поближе посмотреть эту машину? Гоночная. Гоночная машина. Дай мы ее покрутим. Это Audi TT в черном цвете. Audi TT. Слушайте, мне очень нравится, твердый металл, очень хороший пластик снизу. Колесики все крутятся. Да попробуй ее повозить, сынок. Как она ездит? Как настоящая гонка? Как настоящая машина? Да. Отлично. Давай откроем следующее яичко. Открывай желтенькое яичко. Яйцо с сюрпризом Велли. Ну-ка, справишься с открытием упаковки? А как ты думаешь, какая будет внутри там машинка? Наверное, синяя. Думаешь, синяя? Открывай скорее, открывай. Если попадется красный или желтый, я могу вам еще подружиться. Тогда будет одинаковые такие машины. Малыш, давай скорее откроем это яичко. Я не могу. Тебе нужна помощь? А тут должно быть такое вот... вот, смотри, здесь такие есть дырочки, видишь, сделаны. Это для того, чтобы легче было открыть. Попробуй снизу подцепить ноготочком. Получилось? Ну вот видишь, даже маленькие детки могут открыть эти яички и достать себе игрушечку. Итак, что же у нас в этом большущем яичке попадет? Желтая машинка! Машина! А я не мечтал. У тебя еще нету в коллекции желтой машинки, нету? Нету? Не знаешь? А можно я попробую посмотреть? Давай посмотрим, что же это за машина. Ух ты, я тоже не знаю. А это что она? Первая машинка попалась. Это Audi TT. Вот она такая. Сзади. Сбоку. Спереди вот ее мордочка. Audi. А вторую машинку, друзья, я не знаю, что это за машинка. Это достать внимание гонки старт. А такая желтенького цвета. Которая написана знак. Так это, наверное, ретро автомобиль гоночный. Поэтому, если кто знает, пожалуйста, что это за автомобиль, напишите нам комментарий, потому что мы с Оскаром не знаем, что это за машинка. Гонки начинаются. Пока-пока.